Где мой компьютер? Компьютер, 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 привет! Давай, юзай компьютер. Да блин, я не могу его юзать, мне нужна тубуретка. Так, ловлю, опачки, ништячок. У меня теперь компьютер, Phantom Force, я всех рублю. На. Ну-ка, включаем конфорочку, достаем нашу сковородочку, кидаем сосисоны. Сейчас поджарим чуть-чуть. Да блин, что опять? Такс, у меня здесь есть один секретный канал. Он мне помогает расслабиться. Сейчас я его включу. Ох уж эти мотоциклы. Никогда и ни за что их не куплю. У меня нет таких деньжищ. Мне бы хотя бы на мопед наскребсти. 12500. Мопед 12500 стоит. Уважаемый, может быть у вас какие-нибудь там акции, скидки или кредиты проводятся, а? Нет, у нас ничего сейчас не проходит. До свидания. Ну ладно, до свидания. Майкс Моторс, блин. Единственный в нашем городе магазин по продаже автомототехники. Вот если бы у него был конкурент, то и ценник был бы пониже. А так, задрали, блин, цену. Что ж, придется попотеть, поработать, чтобы накопить на свой мопед. Я тут вышел на перекурчик, и мне тут в голову пришла такая мысль. К нам приезжают клиенты, которым нужно там поменять масло, поменять колеса, покрасить другой цвет. Ну, то есть что-то одно сделать. А что, если я сделаю полное техобслуживание? То есть поменяю масло, колеса, да еще и перекрашу. Что на это скажет клиент? Давайте сейчас проверим. Поменяйте мне, пожалуйста, масло. Добрый день, сейчас поменяем. Вам сейчас сделаем полное техобслуживание, подождите. Так, маслица берем. Заливаем. Теперь еще колеса нужно поменять. Интересно, как он на это отреагирует. Фронтальное меняем колесо. И заднее. Так, еще нужно перекрасить. Подожди. Давай мы ему черный цвет сделаем. Черный цвет. Вот так вот. И посмотрим, сколько нам за это все дадут. Сейчас у нас $151. Блин, он просил только поменять масло. А я ему сделал полное техобслуживание. Он на меня жалобу накатал и уехал недовольный. Вот так вот. Вот и делай после этого добро людям. На сегодня я уработался, моя смена закончилась, так что поехали домой. Приготовим что-нибудь вкусненькое поесть. Я очень проголодался. Фух, ну наконец-то я на своих двух дошел до дому. Ура! Так, включаем телевизор. Так, новости сразу нафиг. Тебя тоже, Китти, нафиг. Во! Готовка! Отлично, может что-нибудь сейчас готовим. Что у нас есть в холодильнике? Так, что у нас там есть? Офигеть, я забыл сходить в магазин, у меня ничего нету в холодильнике. А если я какие-нибудь ингредиенты закажу? О, я могу заказать ингредиенты на хот-дог. Ну-ка, давайте возьмем. Роскошно, вы посмотрите. Все, включаем нашу любимую передачу. Где она там? Колесо фортуны. Нифига себе, я прям на начало попал. Садимся на наше креслице. О, ну все, можно смотреть и есть. Так, давай, кушай. Нифига, мне нужно это приготовить. Мне нужна кухня. Блин, вот это подстава. А я уж тут уселся в кресло. Ладно, выключаем колесо фортуну. Ну и пойдемте смотреть себе кухню. Мебельный магазин. Надеюсь, я здесь что-нибудь найду. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас есть кухня, где я могу приготовить хот-дог? Глухая, что ли? Мадам, добрый день. Вы не подскажете, у вас здесь продаются кухни, на которых я смогу приготовить свой хот-дог? Извините, мы не продаем кухонную мебель и кухонную технику. Ну вот, вот это подстава. Вы представляете, я к вам шел через целый квартал с этой горчицей, булками и сосисонами, чтобы приготовить хотя бы у вас хот-доги. Блин.
Придется купить себе компьютер и заказать кухонную мебель. А сосиски с булками и хот-догами придется выкинуть. Так, где здесь урна была? Урна, во, ништяк. Все, выкидываем. Эх, надеюсь, голуби и мыши сытно пообедают. Помимо того, что мне необходимо купить компьютер, мне нужно также еще купить для него и стол, за которым я смог бы там сидеть, играть или работать. Я думаю, что такой же стол, который у меня стоит для телека, мне будет вполне достаточно, так что покупаем такой же. Компьютер я прикуплю себе самый дешманский, потому что не хочу раскошеливаться на дорогой. Так что берем за $900. Какой же он квадратный, а? Вы думаете, я купил компьютер, чтобы заказать кухню? Да нифига, я купил его для игрушек. Поехали играться. Где мой компьютер? Компьютер, привет! Давай, юзай компьютер. Да блин, я не могу его юзать. Мне нужна табуретка. Я стоя не могу играть. Ладно, придется купить табуретку еще. Учитывая то, что за компом я буду сидеть длительное время, нужно выбрать себе какую-нибудь не просто табуретку, такой за 30 баксов, а какое-нибудь роскошное кресло. Удобное, комфортное, вот за 220. Офисное кресло. Пойдет. Отлично. Ну все, теперь я наверняка смогу поиграть. Идемте играть. Мне кухня нафиг не нужна с компом. Садимся. Мы можем поизучать книгу, посмотреть U-блок, почитать новости и поиграть. Поиграть, это то, что мне нужно. Играть можно в Blox Brawn, Phantom Force и Pong. Наверное, лучше в стрелялку. Phantom Force. Ого, вон, я вижу его, вон там возле вышки башни был. Так, где они там все, а? У меня начинают болеть глаза. Я так близко сижу к компу. И похоже, что я промахиваюсь мимо своей мышки и клавиатуры. О боже ж ты мой, какой же я задрот, а? Я что-то так увлекся Phantom Force, что вспотел и начал вонять. А также забыл совсем про кухню. Нужно подмыться. У меня теперь компьютер Phantom Force. Я всех рублю. Ну все, я вроде помылся, теперь нужно залезть в интернет и купить себе кухню. Текс. Вы только посмотрите, какая она здоровая, это, блин, плита кухонная. Вот в этот угол я ее не могу поставить. Как так? Ладно, придется сюда. Роскошно, теперь я могу готовить себе хот-доги. Хотя, может быть, мне для хот-догов хотел бы микроволновки. Ну не знаю, нужно попробовать. Итак, залазим в холодильник. Берем хот-дог. И идем готовить. Ну-ка, включаем конфорочку, достаем нашу сковородочку, кидаем сосисоны. Сейчас поджарим чуть-чуть. Давайте, сосисоны, жарьтесь там, блин. О-о-о, подрумянились. Так, в булочку сосисочку, горчичечки сверху. Как вкусно пахнет. Да я прям шеф-повар, ё-моё. Наконец-то я приготовил эти хот-доги. Все, включаем телевизор. Я прям успел на свою любимую передачу «Колесо фортуны». Все, садимся, смотрим и кушаем. Да блин, что опять? Вам нужен стол, чтобы есть хот-доги. Да почему я не могу сидеть на пофиге и смотреть свою передачу и есть хот-доги с тарелочки? Так, стол. Я думаю, что вот за этот стол я смогу, да? Ну-ка, вот я сижу за столом. Могу еще поиграть. Давайте вот, Phantom Force. Мои хот-доги! Почему я не мог играть вместе с хот-догами в Phantom Force? Вот это подстава. Блин, ладно, пойду еще приготовлю. Во, я могу положить хот-доги вот сюда, на этот стол. Блин, ну это вообще неудобняк. Сидеть на пуфиге... Смотреть на телевизор и на хот-доги? Это совсем не роскошно. Нужно купить столик, который будет стоять рядышком, а тут вот с пуфиком. Сейчас мы это организуем. Так, сосисечки, булочки, идемте со мной. Я вам тут прикупил новое место. Вот сюда. Вот это круто. Ну что, все? Теперь я могу брать отсюда? Да, теперь я могу сидеть, есть хот-доги и смотреть телевизор. Это моя мечта. Все. Хватай хот-дог. Крутяк, вот это круто, а? Какие вкусные хот-доги, слушайте. Как они хрустят-то, а? По-царски прям. Вы только вслушайтесь в этот хруст. О, какая-то вкуснятина, а?
Ладно, один хот-дог оставлю себе на утро. О, это поле чудес. Оно мне уже надоело. Чё на других каналах? Блин, надо пульт купить от телевизора. А то я уже запарился бегать к нему. О, кукинг. Ты чё там готовишь? Пиццу? Рыбу? А, рыбу. Так, что там, что там? А сегодня мы с вами приготовим панкейки. Отличная новость! Давайте я буду панкейки готовить вместе с вами, а? Все, идем в холодильник. Так, где у меня там панкейки? Есть у меня панкейки, что-нибудь для панкейков? Есть панкейки! Кекс. Тесто есть. Шоколадная эта штука есть и тарелочки есть. Ну что ж, попробуем приготовить. Так, что там у нас? Что там нужно сделать? Ты до сих пор режешь рыбу? А зачем нам для панкейков нужна рыба? Хм. Ну ладно, буду делать как он. Текс. Включаем нашу плиту. Опачки. Достаем сковородку, тесто. Размешиваем, наливаем. Блин, это какой-то блин у меня получился. О, вроде получается. О, нифига себе, как я умею, круто. Видали, да? Первый блин не комом. О, вкусняшечка какая получилась, вы видали? Спасибо тебе, дружище, у тебя очень крутой канал. Я тебя буду теперь постоянно смотреть. Так, ай, блин, я не могу сюда поставить, у меня тут хот-дог уже стоит. Тогда сюда. Да. Садимся за комп. А, блин, нужно телек отключить. А то что-то музыка раздражает. Текс, садимся за комп. Включаем игру. Во что поиграть? Давайте в понг. Давай, давай, шарик, лети к нему, да, туда. Так, ловлю, 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 ловлю. Опачки, ништячок. Красный, ты сейчас не поймаешь мою подачу. О, отбил. Ладно, сейчас я поймаю. Напряженный момент, я успеваю. Фух, угу. Так, нужно перекусить. Панкейк, иди ко мне. Иди ко мне. Сейчас будем кушать и играть. Вот так вот. Вот так вот. Да-да-да-да, подожди, подожди. Сейчас, 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 сейчас. О, отлично, отбил. Фух. Ладно, уже 2 часа ночи, пора закругляться. Только я вот сейчас еще один панкейк съем. Чекс. Ум-ум-ум-ум, как это вкусно-то. Все, и спать, и спать. А, нет, надо зубки почистить. Зубы, 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 зубы. Ну-ну-ну-ну-ну, день удался, панкейки, компьютер. И новая плита кухонная, прям роскошь. Все, все, так. Все, баньки, баньки, баньки. О, все, уже утро. Ого, без 15:06. А ну подъем, 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 подъем. Так, закрываем двери. О, какой рассвет, а? Роскошно. Сегодня у меня будет сложный день. Во-первых, потому что весь день я проработаю в мастерской. Во-вторых, потому что после работы я снова пойду работать, но уже к своему брату. Сегодня будет сложно. Во-первых, потому что я проведу день в мотомастерской. Ну а после я пойду в ночную смену работать к своему брату. Да-да-да, у меня есть брат. Ну а где он работает, вы узнаете позже. Если вы уже догадались, то пишите в комментариях, а потом сравните, правы вы или нет. Но я пошел работать. Дамы и господа, всем доброе утро. Пожалуйста, подходите на обслуживание в порядке живой очереди. Ну вот я и отработал. За весь день я получил 500 баксов. Теперь нужно идти на вторую работу к брату. Поехали! Брат, братишка, привет, я пришел. Как и обещал. Ну что, устроишь мне подработку? Нет проблем. Иди хватай топор и иди руби деревья. Окей, спасибо тебе, ты меня всегда выручаешь. Экс. Блин, уже начало темнеть. Ну что ж, ночная работа начинается. Поехали! Моя основная задача — это вырубить как можно больше деревьев в центральном парке, потому что эти уже старые и вместо них должны посадить новые. Ну что ж, понеслась.
Ну вот и все, весь центральный парк мы обновили. Сейчас дорастут последние деревья. Вот они вырастают, отличненько. Ну, а теперь мне осталось узнать, сколько же мне заплатят за то, что я вырубил весь центральный парк. $320. Маловато будет, мне этого не хватит. Нужно еще где-то подработать. Фух, ну все, ребята, уже 2 часа ночи. Моя подработка на сегодня закончилась. Подрабатывал я в двух местах, это на лесопилке и кассиром в магазине. $441. Неплохо. Ну что ж, а теперь спать. Ура, я дома. Наконец-то. Что у нас по телеку? Как обычно, ясно. Фух, я немного проголодался, хорошо, что у меня со вчерашнего дня остался хот-дог. Сейчас я его съем. Кстати, у меня там, кстати, еще панкейк оставался. Сладенького надо, десертика. Чуть-чуть поедим десертика. О, да, ништяк, хорошо. Хорошечно, как говорит один мой знакомый. Такс, у меня здесь есть один секретный канал. Он мне помогает расслабиться. Сейчас я его включу. Я, короче, копил деньги на мопед, да так и не докопил. Не выдержал и купил, та-дам, мусорные пакеты. Да не, шучу, конечно, вот что я купил. У меня теперь есть двухколесный велосипед. Не мопед, конечно, но все-таки байк. Давайте прокатимся же на нем, наконец-таки. Вот это круть. Мой собственный транспорт. Ну, все же это не на своих двух носиться. Вот это офигенно. Знаете чего? Я сегодня беру выходной и буду делать на своем велосипеде крутые трюки. Ну вот он, наш трамплин. Сейчас я с него прыгну. Только нужно разгончик взять. Ух ты, нифига себе, у меня на велосипеде есть задняя передача. Она, конечно, очень медленная, но она есть. Вот это круто. Ладно, я лучше передом развернусь. Ну что ж, понеслась. Рон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон. И...